Сотрудники Бюро по реинтеграции совместно с приднестровскими специалистами проверили готовность молдавских школ с преподаванием на румынском языке в Левобережье Днестра к началу занятий в новом учебном году. Речь идет о Тираспольском лицее «Лучиан Благо», Бендерском «Александру Челбун», Рыбницком «Эврика» и гимназиях в селах Роги и Коржево Дубосарского района. Целью проверок являлась оценка соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических требований и правил противопожарной защиты с обучением специалистов с обоих берегов Днестра. Выводы экспертов будут отражены в отчете вместе с рекомендациями, сообщили в Бюро по реинтеграции. Согласно сообщению, улучшение условий деятельности в регионе школ с преподаванием на латинице и обеспечение высокого качества образовательного процесса является постоянной заботой молдавских властей. В Бюро по реинтеграции подчеркнули недопустимость односторонних проверок данных учебных заведений со стороны Тирасполя без предварительного согласования и привлечения компетентных специалистов с правого берега Днестра.